легкая рихтовка капота. Починил? Можно обратно хозяину, отдавай, говорит, не подходит. Возврат. В течение 2 недель можно вернуть. Не подходит. А ну еще. Так, что-то висит там, он уже снизу. Не заехал? Не заехал. Тут тоже место нормальное, да? Тут еще деревья, дополнительное препятствие. Или сюда нам? Это лайт. А это хард? Да. Так мы по харду едем. Вопросы, вы в харде? В харде, в харде. По целине, правильно, только хотел сказать. Снял с языка. Не. Вот такой подъем раза в 2 больше, чем на камеру. Какой мотор? 2,3. А? 124. А, 124. 601, да? 602. А, 602 про. 602. Там так шумновато чуть-чуть, ну. Сверлит нормально. Колеса злые. Зацепился вроде. Говорят, что ты уезжаешь, подъезжать надо к нему обычно. Уезжай, послышал. Сейчас. Я, значит, что думаю, УАЗику вес мешает, да, в отличие от него? Ну. Вот вам настоящий, кто внедорожник. Я вам скажу, тут, наверное, немного кто заедет. Но сейчас мы попробуем. Может, пробьют, прокатают, но толщина льда и снега большая. Так, звезда немецкого автопрома. Да, для этой машины. Может, пробьют. Видите, вот бугор. И скользко. По снегу, кстати, шансов больше. Там не раскатано, не так скользко. Ну вот и Леня. Ну, вес небольшой, самоблок. 2 электрода. Вылезите, чтобы ему меньше. Минус 200 сделайте, будет легче. Высади их. Сам? Высаживай. Сам заедешь. Рядом бегите. Толкайте, бегите. Смотри, раз. Минус 150. 180 кг сбросили. Вода, я ему хотел сказать.
по пробитому. Да, не хватает. Несмотря на хороший мотор, не хватает. Интересно Виллису. Виллис пошел. Я думаю, заедет. Там развесовочка, вес небольшой. Пилот легкий. Давай. Стоп. Вперед. Равняй. Давай. Стоп, дерево там. Аккуратно. А Макс не заехал? Стой, Макс, стой. Еще одна. Не. Да, да. Слышь, на него резину поднакинуть, он будет ехать везде тоже. Да? 100%. Он так легко сюда доехал, да? Вообще. А он развешенный, легкий. Да, вес тонна. Вес тонна. Так, по лайту пошли. Почти все. Рубикон на лайт тоже, да? У нас свой с тобой опровод. Эй! Куда? А вот нормальный боец. Это серьезная машина. Полноценный внедорожник. Давай, давай, нормально. Должен заехать. Чуть-чуть, может, быстрее. Колеса, кстати, спущены у человека. Поэтому он так и едет. Чуть-чуть не хватило. Попробуй, попробуй, еще зайдет. Вот отсюда попробуй. Давай тут много, давай тут не шанс. Отсюда пробуй. А, отсюда? Да. Да нет, отсюда не зайдет, надо чуть-чуть больше. Давай чуть. Ну назад 2 метра можно еще. А руля-то левее, да? Попробуй отсюда, может, поедет. Не, надо газу. Что-то с передачей там не понижайка не включена лишь. Как-то не хватает очень сильно. Газу, 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 газу. Блин, ну чуть-чуть. И геометрии хватает, просто зацепа не хватает. Да, да. Так, Рубикон. Рубикон должен заехать. Благодаря блокировкам, мотору, шинам, в общем. Звуки раздатки. А вперед как-то не цепляет. Это колесо не крутилось. Давай объедь по лайту там, да и все, не мучай тогда. Только аккуратно вниз там, аккуратно. Что, пошли у нас свой оффроуд? Пошли свой оффроуд. На 11 там, да? Ага, смотрите какой тут бугор, из-за чего не просто тут заехать. Закоптиться надо. Да. Ну, такая приятная горка. Как для зимы, интересный маршрут. Жизнь.
Витя заехал. Что, вы меня забираете? Поехали, мы вбились опять. Фух, это жестяк. Я думал, у вас дерево горячее, так его не скроют. Только что там на лайте? Не контролируем. Скользко, конечно. Конечно, скользко. Погода. Ну, было ж оттепель плюс 4 и минус 10 сразу. Да. Все замерзло. Да. Наглухо. Так, нам надо догнать УАЗ. И ехать за ним сзади. Режем, режем, не режем. Это УАЗ? Да не, вот бежевый, африканский. Африканский. Сможем догнать его? Попробуем. Блин, это надо было обгонять. Шины, да, если были шины, вы бы заехали вообще без напряга бы там. Ну да, вообще, всех, на них не всех бы удивили. Не, еще можно больше спуск. Ну хотя да, все равно цепляться нечем. Спускай, не спускай, но чуть-чуть лучше. Ну, но... да, назад не стой, я даже не помнил, там деревья большие или маленькие. Средние. Так, идем на вылез, дверь. Дверь закрываем. Тут в дрифте можно заходить. Этот на УАЗе точно в дрифте заходил. Я почему хотел за ним? А ну вот так не резанем, чтобы догнать их? Нет? Не? Не резанем, не? Ну ладно, в следующий раз. Красивый пейзажик. Осторожно тут. Одним колесом по, на снег, на снег, на снег. Точнее, правее, еще правее, правее, правее. Вот так, да. Чтобы не понесло. Нет, тут дистанцию давайте дадим. Гора, гора, гора. Еще, еще, еще. Пусть выезжают. Потому что... Еще, еще правее, правее, правее. Стоковый патриот хорошо едет сегодня. Обычные шины какие-то там. Зима, похоже. Сзади никого нету. Оторвались опять. Я забыл, 69 или А? Ашка 69. 4-1. Да, кабриолет. Так, тут надо отпустить. Такой спуск живописный, да? Да, тупо лед везде. А провода все новые стоят, да? Высоковольтные. Что-то новое, что-то менее. Не, сегодня, ну, сегодня мы не троили. Не-не, ну что-то ж раз затроили, или то раньше. Что свечу меняли. Когда я пробовал менять. Сегодня мы ни разу с этой проблемой не... Так, очень скользко, что-то там происходит впереди. Сзади УАЗик, похоже. А, там спуск, наверное, такой сложный. Скользкий спуск, похоже. По одной машине все. Тут пешком слезть, как бы не убиться. Тупо ледяная горка, и все медленно, медленно ползут. УАЗа очередь. Так, по краю цепляют. Я не могу идти.
пытались тут что-то посыпать, наверное. Вот тут есть забор спасительный. За патриотом явились. Блин. Неправильно поехал. В сторону, цепляй, Ром. И патриота понесло. Давайте. Если остановитесь. Ёханы бабай. Пешком тут сложно очень. Какой-то край цепляете, чтоб... да, хотя там уже никого нету. Я мотором. Это местный внедорожник. Цветной, красивый. Идем дальше. Вообще четко. Да. Где наши? Сюда поехали хоть? Ну, другой дороги нет. Там где-то станем на поле. Чуть медленнее. Снежок пошел. Смотрите его глаза. Где наши? Наши впереди. Он домой едет, наверное. Могут быть, ну там почищено более-менее. Вот такая банда. Покажу давайте, куда Рубикон нам пристроился. Что тоже принимается. Куда Рубикон пристроился. Едем, ты думаешь, опять эти сзади меня. Хотя бы поворотники дай, блин, ладно уже бабки. Поворотники дай. У меня таких отродясь не было, это у тебя там... Был же Хантер у тебя, ты говоришь. Загашники, Хантер был, да. Ну с него давай снимем. Был, ключевое слово был. Ну, началось. Все, поехали. Да пора уже. Пацаны, Витя, говорят, больше без Руслана не есть. Куда вы меня бросили? Темнеет уже и снег пошел. Что да, я делал бы нет, на трассе? Нормально. Чего нету фар? У нас нет. Ну как? Да блядь, есть фар. Они вниз что-то у нас упали, ты видишь? Ну так бам, погнули же, Рубиконом погнули вниз. Вся морда? Вся морда. Хорошо, хоть выжила машина. А что ты вниз не ехал? А ты хотел спасти его, да? Ну, конечно. Молодец. Пожертвовал УАЗом, но друга спас. Так, пацан... ну, я ж не видел, что внизу, понимаешь? Ну да, время да. На оценку очень мало было. Да, да. И рация не у тебя была. И рация не у меня. А он мне говорит, нет, не хотите. Так, смеркается, да, что-то такое непонятное? Погода. Нет, ну ты не волнуйся, смеркается, у меня для тебя свет найдет. Есть, да. Ох ты, елки, все четко, да. Бояться нам теперь нечего, гололед только пугает. Если что, так... Так, друзья, правый поворот, кордон. Поднимать надо. На кордон, да-да, прижимай голову к сиденью, обожми руками. Обтекаемся, короче, потихоньку. Началась. Режь его, режь, обходи, по встречке, давай. Тут я даже знаю дорогу. А он очкует тебя, видишь, боится уже. Не, надо собраться всем. А все сзади или нет? Ну, да. Сзади едут, едут, уже вечереет. Поздновато мы. Ну, день длинный такой у нас сегодня, полный. И поздняки, и пробка на Южном мосту, и теперь Сундуковский кордон. Витя! Ну, что вы боитесь? Витя, позвоночник еще не отошел от прошлой поездки. Рассчитал, говорит Сережа. Рассчитал, да. Трактор. Расчетливый ты наш. Просто рассчитал до мелочей все. Витя. Да. Там спуск подступный. Осторожно. Это твои места, я их знаю. Это твои, да, там. Захар, давай! Да, да. Захар был именно здесь. Так. Так, четко мы развернулись. Едем задом, снимаем колонну. Развернула нас. Мы уже задом психобоне. Ё-моё. Задом валим. Где там Рубик? О, блин, там, слышишь, там спуск вообще. Витя, давай развернемся. Давай.
Витя, давай развернемся. Идем задом теперь, у нас новая фишка. Какое-то мы из семейства ракообразных мы. Колонна вон идет, о, красиво. Медленно, не спеши, едь медленно, чтобы колонну снять, Витя. Медленно едь, чтобы колонну. Я никуда не спешу, Руслан, я же задом еду. Нет, ты очень быстро для зада едешь. А, да? Ты передом так и ездишь. Ты передом медленнее едешь. Понял. Не спеши, колонна идет. Караван. Караван, караван. Что-то нас меньше вроде стало, или нет? Макс отсыпался на заправку вроде. А. Так, идем задом, нормально все. Удобное окошечко, да, сзади? Да неплохо. У меня хоть и большое, но в него плохо видно. У тебя вроде как лучше, или это я близко сижу просто? Туда лучше не смотреть, чтобы не так страшно. Может, развернемся или не будем? А я думаю, развернемся, когда судьба нам расскажет. Когда судьба нас развернет, ты хочешь сказать? Когда развернет нас судьба. Знаешь, разбитая судьба есть песня? Да, только сам говорил. У Сережки Наговицына. Хорошая, там такой проигрыш, вам понравится очень. Я вам включу потом как-то. Свободное от работы время. Смотри, вот там стал. Ага. Да нет, тут широко можно влево резать. Врежь влево. Если выйдем. Да не, он уедет сейчас. А, кордон направо, куда они поехали? А, не, или сюда. Там Крис, он что знает. Да не, он не помнит. Да конечно, голову дельфина. Дельфин куда-то. Поехал. Да, вот это экшен. Узнаешь ты места? Мы, кажется, не туда поехали. Не туда, мне тоже кажется, сам направо ехать. Он в объезд повез нас. Повез. Да. Да, такого не было тут места. Перекос пошел. Он, чтобы по болоту не ехать. Там болото все замерзло, там можно ехать. Стой, 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 там болото впереди. Да, так мы отъедем. Новый маршрут, давай.